представляем вашему вниманию деревянный хэппи-дом для кукол премиум. Коттедж с пристройкой и мебелью упакован в красивую большую коробку. Комплект конструктора стандартный. Инструкция по сборке и листы с деталями. Как и другие товары производителя HappyCon, конструктор выполнен из экологически чистого материала, качественной плотной березовой фанеры. Поверхность гладко отшлифована специально для нежных детских рук. При сборке конструктора не потребуется клей, все предметы собираются надежно и крепко. Детали изготавливаются способом лазерной резки, поэтому ровненько подогнаны под размеры и легко вынимаются из формы. Конструктор рекомендован детям не менее 5 лет из-за множества мелких деталей. Также рекомендуется собирать его в присутствии взрослых. Устройство конструктора довольно понятное. Его можно будет легко собрать и без инструкции. Все мелкие детали расположены рядышком для каждого предмета, а большие стены домика пронумерованы по этажам. Это значительно упрощает сборку. А теперь мы подошли к самому главному. Почему же домик характеризуется как премиум? Размеры его стандартные – 3 этажа, 5 комнат и двухэтажная пристройка. Но вы только посмотрите на оформление. Полукруглые окна с тонкими перекладинами, арочки, лестницы на второй и третий этаж, резные перила и рельефная крыша. Отдельное внимание стоит уделить мебели. Она имеет уютную закругленную форму и повсюду есть сердечки – на козырьках кроватей, на спинках стульчиков. В каждой комнате есть не только самая необходимая мебель, но и другие интересные предметы. На первом этаже располагается небольшая комната с кроватью. Также есть кухня со всем необходимым – шкафчик для посуды, обеденный стол со стульями, плита с духовкой и, конечно же, холодильник. Смотрите, производители позаботились и уже положили сюда продукты. Ванная комната на втором этаже также оборудована всем, что нужно. Обратите внимание на дизайн ванны. В другой комнате есть компьютерный стол и стул, ну и, конечно же, компьютер. Посмотрите, какая миниатюрная клавиатура! А в углу стоят напольные часы, маятник можно привести в движение. Конечно же, самая уютная комната здесь – детская. Здесь стоит большая двухъярусная кровать цветочной формы и маленькая детская кроватка. И, видимо, жильцы этого коттеджа увлекаются музыкой, раз здесь стоит пианино. Пристройка двухэтажная. На втором этаже расположена открытая площадка для отличного отдыха солнечным днем. Безусловно, ребенок будет в восторге от такого кукольного домика и предметов в нем. Вся мебель двигается и переставляется. А еще домик можно покрасить акриловыми красками или же покрыть лаком. Коттедж имеет оптимальный размер, легко разбирается при надобности. Оптимальный рост жильцов такого дома не выше 13 сантиметров. При покупке такого домика вы можете подобрать вариант сборки, подходящий под ваш бюджет. Основная сборка, показанная выше – коттедж с пристройкой и мебелью. Коттедж без пристройки с мебелью. Коттедж с пристройкой без мебели. Для премиум-домика вы также можете приобрести отдельный набор мебели, отдельную пристройку с шезлонгами и качелями. А еще вы можете отдельно купить пристройку, все наборы мебели и даже отдельный декор для окон и комнат. Этот уникальный домик станет любимой игрушкой вашего ребенка и отлично дополнит интерьер детской комнаты.